Ребят, всем привет! Сегодня я хотел бы ввести такую небольшую рубрику. В общем, в этой рубрике я буду использовать функцию «Быстрая игра», и меня будет телепортировать на рандомный сервер. То есть, меня все время просили «Тик-так, поиграй там на зомби-выживании», кто-то просил «Тик-так, поиграй на Death Run», просили поиграть на режиме «Горячий нож». В общем, практически на всех режимах меня просили поиграть. И, ребят, я же не могу на всех режимах играть сразу. Поэтому я хочу такую вот рубрику вести, где я буду использовать функцию «Быстрая игра» и буду каждый выпуск этой рубрики я буду играть на разных режимах. Вот мы выбираем сейчас «Быстрая игра» и нажимаем, собственно, кнопку «Быстрая игра» и играем на рандомных серверах. Ну вот, как вы видите, мне попался Death Run, и почему-то я один на один с чуваком попался. И мне кажется, это будет чересчур изи. Ну да ладно, давайте поиграем, что ли, один на один. Ну это вообще изи, ребят. Какой он уровень? 4-й уровень? Не, мне кажется, это будет просто изи. Ну ладно, ребят, как попалось, так попалось. Давайте сегодня поиграем на Death Run, что ли. Не все время мне же быть красным, правильно? Ага, намудил он меня. Я думал, он не настолько умный, чтобы меня так намудить. Ну ладно, пускай. Я больше чем уверен, что он даже просто не допрыгнет. Ну, естественно. Так, ребят, давайте попробуем какую-нибудь цель, может, зададим себе. Выиграть там, допустим, 3 раза подряд. Не знаю, вот сейчас, допустим, 3 раза за красных надо выиграть нам. Такая вот у меня сейчас цель. Так, ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Давай, давай, давай. Прыгай еще раз. Все, мы выиграли 3 раза подряд. Что-то это вообще изи, ребят, я не знаю. Ну давайте, ладно. Я хочу, чтобы за синих меня кинул, чтобы я попрыгал, чтобы я его понамудил. Вот, отлично, давай. Сейчас я тебя попробую намудить. Ух ты, красавчик. Ты мне дорогу дал? А, типа ты мне пускаешь, да? Я не понимаю тебя, чувак. А, он хочет, типа, подлизаться, видит мой левел, типа, думает, я разработчик, и ему дам... Ух ты! На кнопку нажал, смотрите, какой агрессивный. Так, блин, я не помню, какая кнопка дает оружие, надеюсь, это. Отлично, сейчас будем стрелять. Мне лень бежать за ним далеко так. Давайте просто рашить по ним, рашим. Видимо, прорашить не получится. Да что ж такое, давай ты, ё-ма, не бегай, ну чувак. Я вообще с луга не умею стрелять, ты понимаешь это? Ты мне только хлопоты доставляешь одни. Вот сейчас этого я не понял, я ж по нему сейчас стреляю. Вот смотрите, сейчас я просто навожу на него и стреляю. И что это, что это? Объясните мне, почему пули летят не в него, когда я целюсь в него? Вы это видите? Просто я ж по нему... О, да неужели я попал по нему? Серьезно, я не понимаю это оружие. Ау, какое-то реально странное оружие. Так, ну давайте еще поиграем чуть-чуть с ним. Мне кажется, или он АФК. Или он читер. Шучу, не читер. Ага, типа он меня подловить так решил, да? Хитрый гоблин. Но нет, чувак, ты меня не подловишь. Ты че, я ж профессионал. Ой-ой-ой, вот это трюки пошли у него, а? Вот это трюки, смотрите, он мне думал наперед убить. Ой, вот это трюканы он делает. Блин, ребят, я даже не знаю. А, сейчас упаду туда. Нет, не упал, прости, чувак, я не упал. Может его через стенку убить? А, ну да, там же пофиксили. Ну, чё, чувак, любимое твое оружие, да? Не-не-не, мне кажется, я просто задолбал. Давайте просто возьмем и его разорвем на части. Бам! Прости. Пролетает такая вот гигантская стена и давит тебе все твои органы. Мне тебе жаль. Так, ну что, давай, клоун, с тобой поиграем еще. Ух ты, ух ты. Вот это он меня намудил, а? Ну давай, что-нибудь посерьезнее. Давай как-нибудь посерьезнее, чувак. Давай, я знаю, ты сможешь сейчас пропрыгать. Давай, я просто даже только ты начнешь прыгать, я сразу нажимаю кнопку. Бам. Понятно. Ну, мог бы хотя бы отпрыгнуть назад как-нибудь, но я не знаю. Ну, ребят, давайте попробуем сейчас просто вытянуть, что ли, всю катку. А, так это последний раунд за красных, смотрите. Сейчас я просто нажимаю кнопку, и он вздыхает.
Ну, смешно. Прикольно. Ребят, я желаю, чтобы у вас все время попадались такие враги, которых так легко выиграть. Ну, видно, что чувак играет, наверное, не год, не месяц, а буквально первые дни. И поэтому ему так тяжело. Так, я уже не помню. Да, здесь убирается. Намудили его здесь. Так. Здесь тоже не помню. По-моему, вот это убирается. А, нет, стоп. Вот это убирается. Оп. Смотрите. Оп. Не, я мне кажется, я его... Да, намудил его. Отлично. Смотрите, он уже более серьезно начал играть. Думает... Не выдержал он просто. Ух ты, что это такое? Типа, чтобы я не бежал сюда потом или что? Красный. Давно не играл на режиме десран. Впервые вижу такую красную хрень. Давай, чувак. А, стоп. Бум. Давай, ты не успеешь нажать, да? Я так понял, ты не хочешь играть со мной, да? Не, ну, чувак, ну это неинтересно, ну. Ух ты, блин, я засмотрелся назад. Фу, впервые он выиграл. Смотрите, поздравляю тебя, чувак, ты выиграл. Он даже сам этого не понимает. Не, ребят, так неинтересно играть, конечно. Но, как вы понимаете, я должен это сделать, потому что я обещал, что я буду играть на рандомных серверах. И сегодня мне попался такой. Какой бы он ни был, я должен поиграть. Давайте еще раунда, допустим, 3-4 сыграем. Вот так вот. Точнее, выиграем. И так, я не помню, какая что нажимает. Оп. А, ну смотрите, он не понимает, что я сейчас пойду по этой дорожке, да? Вау. Смотри. Оп. Давай, жми. Ну, молодец. Блин, я его уже, наверное, раз десятый намудил так, таким образом, просто прыгая. И он все равно прожимает эти кнопки. И тут тоже я уже не помню, какая кнопка что нажимает. Ой-ой-ой, блин! Вот это тайминг, а! Только хотел прыгать и отпрыгнуть назад, намудить его. И он выиграл. Блин, смотрите-ка, а! Эта карта ему, конечно, дает свои плоды. Давай. Опа! Молодец! Правильно делаешь. Давай дальше. Опа. Ну, чего ты, жми кнопочку, ты чё? Я даже не допрыгнул. Молодец. Так. Ай, хрен с ним, пробегу просто по этой дороге, да и всё. Оп. Давай, опа. Да, чувака реально легко намудить. Ставь лайк, ребят, ставьте лайк, если хотите, чтобы вам такие же попадались противники. Оп, убрал. Отлично. Давайте, восстановитесь. Блин, кстати, я помню, здесь все время на этих штуках падал. Даже когда уже прожали кнопки, я не смог допрыгивать. Реально тяжело с записью мне было, когда я там разные трюки пока... О, типа он не знал, что здесь такое, да? Ну ладно, так, здесь, по-моему, шипы. Оп, да, шипы. Все, чувак, прости, но тебе хана. Смотри, он на меня так смотрит, мне его жалко. Он уже понимает, что он сейчас сдохнет. Да. Прыгаем вниз. И давайте, ребят, последний уже раунд сыграем. Это реально уже как-то с ним неинтересно, что ли. Вот, как раз за красных поиграем здесь впервые на этой карте. Хотя, я думаю, я его быстро, точнее, убью. Хотя, смотрите, первый раз он уже намудил меня. Я думал, он намудить меня попытается. Но нет. Ну все, ребят, вот и выиграли. Давайте, если сейчас еще раз за красных попадем, то поиграем за красных. Хочу еще раз за красных поиграть. Ну, давайте. Нет, не попали. Ну ладно, ребят, все, это уже все. Мне уже надоело за синих играть на этой карте. Ну, ребят, я надеюсь, вам понравилось. И если вы хотите, чтобы я дальше продолжал такую рубрику, обязательно ставьте большой палец вверх. Ну и вообще, ребят, если вам понравилось это видео, то тоже ставьте большие пальцы вверх. Чем больше наберется больших пальцев вверх под этим видео, тем быстрее выходит, конечно же, новое видео. Ну что ж, ребят, не забывайте подписываться на мой канал. И спасибо большое за просмотр, ребят, вам до скорых встреч.